Центр спортивного досуга «Орлан» открывали весело и дружно. После приветственной речи организаторов и гостей свое мастерство показали воспитанники алматинских спортивных клубов. Наиболее динамичными получились выступления борцов греко-римского стиля. Вместе со всеми приемы отрабатывал и 6-летний Тимирлан. У юного борца уже есть цель – стать олимпийским чемпионом. Я занимался борьбой 5 лет. Папа мне позвал. Я выиграть хочу олимпиаду. Инициатором создания Центра спортивного досуга «Орлан» стало управление молодежной политики акимата города Алма-Аты. По мнению его начальника Санжара Бакаева, создание и развитие детских клубов позволят юным казахстанцам направлять свою энергию в полезное русло. Поколение, которое мы передадим эту страну, и очень важно, чтобы это поколение было ответственным, чтобы оно было здоровым, сильным, чтобы оно было готово к ответственности. И вот когда мы говорим об олимпийских чемпионах, то мы в первую очередь говорим о необходимости развития детского и юношеского спорта, как это делает Китай. Почему? Потому что именно с детства они начинают воспитывать олимпийских чемпионов. Вполне возможно, что кто-то из этих мальчишек будет сражаться за честь нашей страны на Всемирной универсиаде, которая состоится через 4 года в Алма-Аты. Ажан Курмашева, Бахыджан Нурпейсов, Талап Сагимбаев, телеканал «Алма-Аты».